Как мы с тобой ставили звуки. На. Да. Он глухой, и он так танцует. Я всю жизнь мечтала танцевать, и я никогда не могла научиться так танцевать, представить, что это может сделать глухой пациент, это невероятно. Молодец. Когда она сказала, что надо сделать операцию, я был против вообще. Когда мне сказали, что там череп скрывают, чип какой-то вкладывают. It's really important that we're one team, working towards one goal, and that's to help the people with a hearing loss worldwide, and people of all ages. So we are a big team, we all work towards this goal. Учись играть на рояле. Вот синтезатор у меня есть, конечно. Учись, учись. Я знаю очень много людей, которые ничего не видят и великолепно играют на рояле. Так что у тебя есть все шансы. Я, конечно же, этого уже ничего не помню, поскольку это было в очень глубоком детстве. И по рассказам я помню, что в 2,5 года я заболел менингитом, и поэтому я потерял и зрение, и слух. Зрение у меня не восстановилось, ну, как-то я с этим освоился, как-то вот живу хорошо. По поводу слуха, мне сделали операцию, по-моему, в 4 года в Братиславе. Такой вот замечательный врач Милан Прухант. Мы снимаем Колю Кузнецова. Ему 4 года и 7 месяцев. Потерял слух в возрасте 2,5 года. Кохлеарная имплантация проведена 4 мая 2000 года. Когда мы приехали первый раз на реабилитацию, на первую реабилитацию после операции, я, если честно, ожидала, что ему наденут внешнюю часть, речевой процессор, и он скажет «Здравствуй, мама!» Ну, что-то в этом роде. Этого ничего не произошло, к сожалению. Ни барабана, ни каких-то громких звуков он вообще не слышал, не реагировал, не вздрагивал даже. И вот маленькими шажочками мы шли к этой цели, чтобы он услышал, заговорил. Это такая? Коза, правильно, коза. Ну-ка, где у козы рога? Ищи. Рога у козы где? Вот они. А Коля, как коза? Забодает, 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 Коля. Да, и мама забодает, забодает. Я был первый слепоглухой человек, с кем столкнулись в Лурни, насколько я знаю, первый в России. В некотором смысле я был подопытным кроликом таким. Вот, да, мне отрабатывали эти все методики. Родители не пускали вместе с детьми. Педагог и ребенок вот занимались только один на один, по сути. И вот моя мама была, собственно говоря, первой мамой вообще, вот, которую все-таки пустили, но поскольку я еще был полностью незрячий, вот,
ее пустили, и, как оказалось, это возымело очень хороший эффект. Сейчас, кстати говоря, без родителей не пускают вообще. А это кто? Кто это? Лялечка. Лялечка, да? Да не торопись, не торопись. У Лялечки вот это что одета? Посмотри, что на ней? Что на ней? Комбинезончик. Комбинезончик, да. А еще что? Под, вот здесь вот что у нее одета? Что это? Это рубашечка? Рубашечка. Рубашечка, да? Коль, смотри-ка, помнишь? Да, тут вот. На картонных бумажках, на картонке вырезала буквы вот из бархатной бумаги. Это зрячими буквами, потому что тогда, ну, еще Брайль я не учил. Тут есть даже, ну, в основном слова, просто слова, но вот есть даже с знаками препинания. Ну, вот, например, я сейчас держу «что». Что, да. Вот, с вопросительным кричиком. Можно было составлять целое предложение из этих карточек. Коль, то хорошо, ладно? Маме еще повезло, что я усидчивым оказался. Да. Особо не прыгал, сидел и сносил все засовывания пальцев в рот. Живая музыка. И факела огонь, ее не возмутил бы шелестением. Едва запев, уходит уж в забвенье ее мечта и тает дивный сон. Мама мне говорила, что она брюнетка, она ниже меня. Если посмотреть по росту, ниже меня ростом где-то там 1,65 м, 1,64 м, что-то такое. Дорогие привет. Мои. Так, давай на меня опирайся. Привет. Ой, осторожно. Привет. Привет. Южане мои. С дедушками, кстати, одинакового роста. Примерно. Такой вот он с бородкой, с усами. У него такой вот баритон, поет, кстати, хорошо. Мой дедушка, он, конечно, скромничает, но это человек не рядовой. Он мой, кстати говоря, не только дедушка, он и мой крестный отец. Мы с ним очень много вот по той же, по музыке разговариваем, по книгам, по философии, ну вот сейчас про юриспруденцию, я во много там чего рассказываю и философствую на эту тему. У меня здесь есть пару, ну, не сюрпризов, но, по крайней мере, интересных вещей, которые я хотел тебе продемонстрировать. Ну, я не говорю уже о Доницетти, которую вы там слушали. Ну да, то, что мы с тобой планировали, да. Квартеты. А я тебе поставлю квартеты. Ну, там еще есть, такая скрипачка Хилари Хан. Она будет исполнять авангардное произведение с пианистом. Я тобой заразился, с тобой вместе авангардом. И мы послушаем, но очень тебе, даже бабушке понравилось. Она авангард не очень. Так что вот интересно. И Бетховен уж не обидится нас, мы же его никак не предаем. Кстати, помнишь, я говорил тебе, что у Бетховена его последняя соната, 32-й, очень авангардная мелодия. Это сейчас до сих пор еще музыканты бьются. Как-то вдруг он туда такое всунул. А потому что он был такой человек. Ничего не слыша, он вот это слышал внутри. Дай краба. Надо подвяжи куртку, а то уже дождик начинается. Ну вот, Барок, мой любимый. Поселок, хорошо, природа, лодочка. Здесь, правда, комаров много, но и в них тоже своя есть прелесть. Я тут как-то по осени холку даже комариное сочинил. Скоро ли лето вернется, чтобы в объятиях прохлады речной меня снова комар укусил. Отдай швартовый. Здесь отдай швартовый. Ну, хорошо.
пройтись. Спасибо. Так, на борт. Отчаливаем. Ура! 17 лет прошло с тех пор, как моему внуку Коле сделали операцию кохлеарной имплантации. 17 лет назад мы не знали, что это такое, не представляли. Мы думали, что после болезни многое рухнуло. Жизнь остановилась в чем-то, и нет никакого возврата. Но оказалось, что благодаря выдающимся специалистам, ученым, придумана такая система. Я не буду, конечно, о ней ничего говорить, но я как ученый понимаю, насколько это сложно было притворить в жизнь. Потому что между идеей и притворением лежит пропасть. Из острова на скрежей, на простор речной волны выплывают расписные стеньки разведочные. Первые звуки он начал сдавать, но это были какие-то механические звуки. Как вот мы их ставили в «з», «п». Так он, по сути, и говорил. Например, он говорил не просто «папа», а «п-а-п-а». Я это переживала, что так он и будет всю жизнь говорить. Мы же не знали этого, как после операции дети разговаривают. Будет ли он нормально разговаривать или как робот. Я очень переживала, конечно, да. Вот. А потом как-то так быстро он начал набирать обороты, и уже некогда было переживать. Брести? Греби потихонечку, я подровняю. Мы, как обычно, подойдем и, как говорят, подвалим. К нашим кнехтам. На берегу там штатские некоторые машут. Лишенные слуха, дети развиваются несопоставимо хуже. Это проверено, это известно, научный факт. Дети видящие, они воспринимают мир внешне. Неслышащие внутреннего не воспринимают. А люди слышащие, но не видящие, все концентрируют на слух. И даже получается больше, чем у слышащих. Потому что это у них главный, единственный канал восприятия мира. Николай Кузнецов. Это не Николай Кузнецов, это Коля. Он пришел с мамой в Братиславу много лет, можно 20-15 лет тому назад. И это невозможно забывать, эту ситуацию. Это очень сложная ситуация в жизни, когда 3-летний мальчик, который уже начинает разговаривать, знает стихи, и радость с ним быть, жить, потеряет слух и зрак, и надо это как-нибудь решить. И мы сделали операцию в Братиславе. Операция прошла очень хорошо, получили имплант на одну сторону и пошел домой. Это связано всю жизнь. Это не связь, что мы смотрим друг друга, но всегда он вспомнит: да, спасибо вам за то, что вы мне сделали. Это очень глубокое впечатление. Создатель сделал улитку 32 миллиметра и спрятал кортиев орган в пирамиде височной кости. Это самое надежное место для защиты органа слуха. Перед вами кохлеарный имплант. Он состоит из двух частей. Из вживляемой части. Вот мы его видим, вживляемую часть с активным электродом. И наружной части. Вживляемая часть укрепляется
на поверхности черепа, и вот активный электрод 31,5 мм заходит именно в улитку. И задача хирурга – задействовать весь частотный диапазон, который можно сделать с помощью активного электрода кохлеарного импланта. Есть. 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 После того, как электрод введен в улитку, можно считать, что хирургический этап кохлеарной имплантации закончен. Сейчас была операция, она была абсолютно стандартная, да, то есть у нас не было никаких анатомических трудностей и сложностей, да, то есть когда у нас есть там компьютерная томография, обследование с урологом там полное, да, то есть мы можем практически вот уже 100% гарантировать результат, да, и соответственно в нашем институте, да, то есть благодаря школе академика Янова, да, то есть отработано все настолько, что вот такие стандартные случаи, они, ну, практически вот, ну, можно выписывать талон гарантийный. А с Казахстаном у нас давние и очень прочные связи, и когда у них становилась тоже кохлеарная имплантация, это было где-то с 2006 по 2008 год, да, то есть для того, чтобы обучить своих хирургов, и они приглашали иностранцев, да, то есть, вот, и в число иностранцев попал и я. Тогда, значит, оперировали только детей в Казахстане, и у нас был нестандартный ребенок, и это была Айгиль. Вот тут вот всем известная наша певица. Самое большее, что меня удивило, это уверенность ребенка в том, что ей это надо. Да, то есть такое бывает редко. Особенно, когда приводят подростков таких, да, то есть чаще всего получается так, что им ничего не надо, надо родителям. А здесь девочка сказала, что мне это надо, я хочу это сделать. Алматы вообще великолепный город, у них есть такой Чимбулак знаменитый. Я ездил на канатной дороге. Это было нечто особенное, потому что была погода ужасная, такая вот дождливая. И мы прошли через сквозь облаков на этой канатной дороге, а наверху было солнце, зеленые луга. Қалған бір күннің қалған ай, жаңылдырған жоғанын ай, алдап кеткен арман ай, шақырсаң да барман ай, қалған бір күннің қалған ай. Я училась в обычной школе. В школе, конечно, друзья мои дразнили и упрекали то, что я глухая или что-то. Я поняла только тогда, когда друзья дразнили, то, что я необычная девушка. Потому что в школе единственный, кто я ношу слуховой аппарат. С 13 лет все стало еще хуже и хуже. Слуховой аппарат вообще не помогал мне, вот левое ухо вообще отключилось, все. Занимаюсь Казахстан, золотой превосход, Польша, оно мне айдарлет, миссия. Я думала о будущем тогда, что мне делать, если я совсем стану глухая, что мне делать. Я тем более люблю петь. У меня родители артисты, поэтому мне нравится петь и наблюдать, как они поют и что они делают на самом деле. Вот. Я спрятала в ванне и пела об этом поэте. Никто не знала. Чтобы слушать музыку, чтобы слушать своих окружающих, себя, я решила сделать операцию именно кохлеарной имплантации. Есть вот три ребенка, две дочки, один сын. И так старшая вот так получилась. Аллах сделал так, что с ней так получилось. Не знаю почему. Может, я где-то прогрешил, не знаю. Я, конечно, хотел бы по-другому, чтобы все было. Ну так вот, когда она сказала, что надо сделать операцию, я был против вообще. Когда мне сказали, что там
череп скрывают, чип какой-то вкладывают. Вот. Я был, конечно, против, но она настояла. Операция прошла, прошла успешно. Вот. Потом она ко мне прибежала, говорит, короче, пап, я птиц слышу, звуки слышу. Я слышу, музыку слышу. Я, конечно, я думал, она слышит это все. Потому что, оказывается, не слышит по губам все. Я хотел, чтобы она встретила кого-то, который ее поймет. Не знаю, она теперь встретит, нет. Еще был такой случай, она ходила с парнем, и они вместе ходили. И потом, когда он ей сделал предложение, ее мать узнала, что она не слышит. И мать была против. Больно было и мне, и ей. Повстречается человек, если в жизни, который главное, чтобы понимал ее. Я бы был рад, конечно. Но главное, живая. Ходит, разговаривает, слышит. Это уже много. Чтобы зарабатывать деньги, я открыла небольшой бизнес. Вот. Я работаю на свадьбах, ставим театральные представления. Вот. Мне помогает мама. И я, конечно, там пою. Такой хорошенький. Милый мой, джон. Айгерим, да, узбек, ансаган арман на жетіп, бақытты болсын, әнші болсын. Айтеуір арман орындала берсін. Алла келер жылғы оразық, аман есен бас аман бауыр бұтым бұл жетке екі қалды. Нан туранымыз. Нан жыр болды осын. Как прошла свадьба? Хорошо прошла свадьба. Мама тоже вчера хорошо выступила, свадьба тоже очень прекрасная была. Будешь? В общем, не было никакого проблем. Молодец. Да, мам? Да. Я рада, что Айгерим так... Тебе так везде успевает. Везде успевает. Учится. Работает. Думает про работу, про жизнь, магистратура. Про жизнь. Самое главное, не надо в душе чувствовать, что ты там, как говорится, Аллахом обижена там. Всегда, чтобы полноценно выглядеть надо. И всегда об этом должны думать. Да. Ура! Аллахай! Ой, молодец! Кусочка! Ура! Все равно я выбрала профессию дефектолог, потому что дефектолог мне помогает для себя и для детей слабослышащих. Айгерим, наверное, пошла на эту работу неспроста, она же душой понимает, поэтому она, наверное, и детям хотела помочь. Самое главное, кохлеарная имплантация не только помогла слышать, а помогла жить в дальше и двигаться. Это
парень, которого я только что видела, это наш первый пациент с коклеарным имплантом. Он глухой, и он так танцует. Я всю жизнь мечтала танцевать, и я никогда не могла научиться так танцевать. Представить, что это может сделать глухой пациент, это невероятно. А какое у него лицо, вы видели? Он абсолютно счастлив, и еще меня поразило, сколько протерж он поменял за это время. С детства нравились автомобили, причем интересны были исключительно начали ретро-автомобили, старые автомобили, которые имели свою душу, свою харизму, скажем так. Но в 9 классе весной произошла потеря слуха, после чего ориентироваться на данную профессию было достаточно очень сложно. 10-11 класс – это специальная школа для неслышащих, либо слабослышащих. Когда уже по окончанию этой школы была открыта группа в училище для неслышащих, либо слабослышащих ребят на автодело, уже по окончанию училища выпал счастливый лотерейный билет, пригласили в институт НИИ ухо, горло, нос. Я прошел все тесты, параметры, и мне предложили данную операцию по коклеарной имплантации. Мы, когда начинали, мы ничего не знали, как делать, да? Для нас было реально чудо, что человек начинал просто слышать шумы. И мы буквально нащупывали вот эти тропинки в системе реабилитации. Как это учиться делать? Это как раз вот самый первый. Компа 40. Легендарный 10 лет, я с ним практически проходил. С аккумуляторами. Либо батарейками пользовался. Единственная проблема всегда с ним была, это вот наш длинный провод, который нечаянно зацеплялся за всякие непредвиденные вещи, торчащие гвозди, особенно если без рубашки и не заправлен никуда был, он где-то снаружи тела. Это, как правило, в летний промежуток времени. Но, тем не менее, с этого все началось. Ему можно сказать за это спасибо. У меня вот привычка никогда не выбрасывать свои вещи, какие бы они старые не были, особенно то, что было дорого в детстве, в юности, а в частности это аудиозаписи. Это, как правило, песни из старых кинофильмов. «Служебный роман», «Человек с бульвара Капуцинов», «Группа крови», Виктор Робертович Цой, группа кино. И после подключения процессора не стерпел, включил кассету и начал слушать то, что когда-то я это слышал. Он пришел один раз и сказал: «Я сегодня слушал песни, музыку». Я говорю: «Как? Разве такое возможно? С имплантом же звуки очень сильно искажаются, особенно музыка». Он говорит: «Песни мне помогают понимать речь, потому что я знаю слова этих песен, я их очень люблю, мне их очень хочется слушать, и я узнаю их гораздо быстрее, чем во время ваших занятий». Самое парадоксальное, я думал, что, в принципе, дойдут первые слова. Ничего подобного. Пришла первая музыка. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Скорее всего, вот та база, та память слуховая, которая у меня осталась, она мне помогла вот услышать те первые слова, которые пошли действительно с аудиозаписи. Солнечный день в ослепительных снах. Когда после операции произошла полная, достаточно, очень качественная реабилитация, ущербным человеком я себя уже не считал. Работать мог совершенно спокойно, как обычные люди. Какие-то поблажки на работе в качестве инвалида совершенно не интересовали.
потому что люди смотрят на это дело совершенно с другого уже ракурса. В некоторых случаях это жалость, в некоторых случаях это исключительное пренебрежение уже. Все, спасибо большое, спасибо за осмотр. Все нормально, до свидания. Я считаю, что человека надо судить не по его каким-либо качествам, характеристикам, а именно потому, что он умеет делать. When we started with the cochlear implant, we thought it would take half a year or a year, and then the cochlear implant would be finished. And of course, it was not the case. So the more you do research, the more you develop cochlear implants, the more problems you see, and the more you want to do, and the problems become bigger and bigger and larger and larger. And so there is never an end for the development of cochlear implants. There will always be some improvements. Improvements in speech processing, less power consumption, connecting to other devices, fully implantable devices. So there is a never end in the research. It's actually a very long story. From my side, I was a student and I had of electrical engineering. And from the age of 13 on, I had a big interest in combining technical things, technology and life. So I wanted to be a biomedical engineer and studied medicine for 2 years and then electronic engineering. And when I was nearing the end of my studies, I got to know about this project to develop a cochlear implant, and it was suggested to me by Erwin Hochmeier, who was teaching at the Technical University at the time. I was in a practicum for hands-on training, and all of a sudden the door opened and you came in straight to me and said, young lady, now you have to take a test with me, right? I always had this picture in my mind, so when the idea or the project of the cochlear implant came around, I was thinking about her, whether she would be interesting, so I asked Ingeborg, and she said, yes, we have to do it. We've never looked back. It was the right decision, although there were ups and downs in the beginning, and there were many obstacles, and physiologists didn't believe in it in the beginning, and we had to look for the right speech coding strategy, and on and on. But then you also meet the recipients of the technology, and they let you know what they think of it, how much it helps them, what should be improved. And it has been a wonderful cooperation. Lot of work to get these products and the innovations with it into the health systems in as many countries as possible. A few months ago, we traveled to St. Petersburg and we took part in the Maecenas Day at the Eremitage there. And we met three very special people. There was Dima using the implant for about 20 years, and Nikolai, who is deafblind from very early on and uses this cochlear implant. Ildirim,
who is even a singer, and to see how they use these devices in their life was a very special experience that we enjoyed very much. Хотя бы решила вставить в Инстаграм, как я пою. И однажды организаторы меня заметили и позвонили и сказали, что «Вау, у тебя голос такая прекрасная, ты поешь?» Я говорю, «Да». «А у тебя точно кохлеарный имплант? Это вообще удивительно». Я говорю, «Да, у меня кохлеарный имплант». Все не верили, все говорят, что это шутка. Я говорю, «Вроде это не шутка, вот я ношу кохлеарную имплантацию, вот такое». И вот они пригласили в Варшаве, и я там выступила. После Варшавы меня пригласили в Санкт-Петербурге музыкальный конкурс «Волшебная симфония». Я там выиграла с лауреатом первой степени, а мои родители, они в шоке. «Как ты могла? Ну как ты вообще достигла в этом? Ну как ты вообще?» Я вообще, они просто слов мне не сказали, просто плакали и обнимались. Приезжаем на танцы, выбирая студии. Партнершам и преподавателям, естественно, я никогда не говорил, точно так же, как и на работе, о своих каких-то особенностях, проблемах и все прочее. Те, кто чисто случайно как бы дотрагивались до головы и ощущали, что там есть процессор, они думали, что это в большинстве своих случаев, что это просто гарнитура. И даже говорили, слушай, ну сними, она, может, тебе мешает? Я говорю, нет, не мешает, нормально, все хорошо, работаем как надо. Музыку я, наверное, все-таки входил, скажем так, постепенно, но на самом деле это благодаря, я бы сказал, и дедушке в том числе, ну и, конечно, и маме. Я, скажем так, приучался к музыке, к звукам, потихоньку все-таки учился различать там, скрипку, отличать от флейты, не знаю, там, фортепиано и так далее. Музыка – это тоже, в общем-то, общение с природой, со Вселенной, на размышления наводит. December 16, but think about it. It's the same day we had the first implantation of our cochlear implant. Just 207 years later. Yeah. What would the world have heard if he didn't stay there?